спортивном павильоне комплекса «Юность» прошли соревнования чемпионата и первенства России по спортивной аэробике. Такое количество аэробистов Омск собрал впервые. В турнире приняли участие более 500 спортсменов из 26 регионов Российской Федерации. Юные аэробисты 12, 14 и 15, 17 лет разыграли медали первенства России. А спортсмены от 18 лет и старше определили сильнейших в рамках чемпионата России. Собрались сильнейшие спортсмены России, и выход в финал это уже считается почетным моментом. Но битва, конечно, будет не за финал, а за призы, потому что у нас очень высокие цели в этом году. Сейчас на этом чемпионате России идет отбор кандидата в сборную команду России для участия в чемпионате Европы. Хотел бы пожелать спортсменам, конечно же, достичь успехов и в командном зачете, чтобы наша команда Сибирского федерального округа, конечно же, выиграла. Ну и в личном зачете те, кто будут достойны, завоюют, и мы их наградим кубками, медалями. Ну и, конечно же, завоевать право участия в сборной России на чемпионате Европы и чемпионате мира. Арбитрам первенства и чемпионата за три соревновательных дня пришлось просмотреть более сотни выступлений. Все они прошли на новейшем ковре, который приобрели специально к проведению всероссийских турниров. Ковер намного, естественно, лучше, чем были до этого. Я думаю, это, наверное, идеальный ковер для соревнований такого уровня. Омскую область на чемпионате России представляли 15 человек, а в первенстве от нашего региона выступали порядка 30 воспитанников омских спортивных школ. По итогам соревнований в возрастной категории 12-14 лет омичка Софья Кириллова заняла первое место в групповых выступлениях. В юниорской возрастной категории 15-17 лет серебро завоевала группа, составленная из омских аэробистов Виктории Карпушиной, Алексея Журавлева и Софьи Рахманин. В этом же виде программы золото выиграл омич Александр Колбунов. Серебряную медаль первенства в соревнованиях смешанных пар среди юниоров завоевал талантливый омский аэробист Алексей Журавлев. Еще два золота и 4 серебра у омских атлетов. В командном зачете первенства России в возрастной категории 12-14 лет золото выиграла команда Сибирского федерального округа. Второе место осталось за Уральским федеральным, а на третьем месте расположилась команда Санкт-Петербурга. Уровень очень высокий, потому что в этих номинациях помимо прошел отбор, в котором выступают сильнейшие спортсмены. И эти спортсмены являются даже призерами чемпионатов мира и Европы. Поэтому уровень высокий. Все соревнования более такого уровня через несколько лет покажут результаты. Я уверен в этом. В возрастной категории 15-17 лет призовая тройка командного зачета приняла аналогичный вид. Сибиряки стали сильнейшими. Уральцы оказались на второй позиции, а Санкт-Петербург на третьей. В командном зачете чемпионата России победу одержали спортсмены из Москвы. Сибиряки стали вторыми, а уральцы – третьими. Лучшие из лучших спортсмены, которые поднялись на победный пьедестал, в скором будущем выйдут под цветами российского триколора на соревновательной площадке чемпионата Европы. Он пройдет в ноябре во Франции. И всемирных игр, которые пройдут в июле в Колумбии. Омские спортсмены войдут в состав сборной и будут защищать спортивную честь России.